Thank you. Thank you. Wow. Oh. Yeah, thank you. Wow. Yes. Да. That's good. Здорово. Let me get adjusted. Сейчас here. Я поправлю немного микрофон. Yeah, just reach out. Повернитесь, punch somebody ударьте по плечу соседа и скажите: «Оживи сегодня». Yeah. Да. Or how about God alive? Жив Бог. Да, скажите лучше так. There. Вы уже это говорите? Хорошо. Good. Хорошо. Thank you. Спасибо. Well, I just want to pray just, я хочу помолиться всего минуту. I got distracted. Извините, я отвлекся. Somebody's clip. Кажется, это know, чья-то заколка, я не знаю. Yes. Да. Good. Хорошо. Well, Father, thank Отец, you спасибо for this тебе thing. За этот thank день. Спасибо за то, что призываешь нас вступить в наше будущее. Спасибо за такое время, как сейчас, когда мы можем ухватиться за небесный дизайн для нашей жизни, потому что по этому дизайну мы верим, что мы будем жить, а живя, мы будем радоваться, а радуясь, мы угодим Тебе. И это хорошая сделка. И Господь, мы благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас участвовать в такой прекрасной сделке. Ты невероятный, потрясающий Бог. Мы обнимаем Тебя, а Ты обнимаешь нас. И мы от самого сердца говорим Тебе сегодня. Господь, Ты невероятный. Ты абсолютно потрясающий. Мы любим Тебя за это. И мы поклоняемся Тебе и говорим: «Большое спасибо Тебе». Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за все, что Ты сделал. Спасибо Тебе за то, кто Ты есть. Спасибо Тебе за все, чем Ты хочешь, чтобы мы стали. Спасибо. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Мы любим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Послушайте. Я не принес сегодня свою Библию, но ничего страшного, потому что вы знаете то место Писания, о котором я буду сегодня говорить. Я обращусь к одному месту Писания, вы можете потом прочитать его. Вы знаете его наизусть, это Второзаконие, 28 глава. И Второзаконие, 28 глава, это место Писания широко известно как благословение послушания, а также как благословение непослушания. Точнее, не благословение, а проклятие непослушания. Ну, в любом случае, сегодня я хочу поговорить с вами о послушании и непослушании. И я хочу назвать это анатомии послушания. И я хочу поговорить о тех препятствиях, которые мешают нам жить послушной Богу жизнью. И выбрал я эту тему, потому что, на мой взгляд, это самая ценная работа, которую Бог совершил в моей жизни. То есть, что Он научил меня способности подчиняться Ему в том, что Он просит меня сделать. И это стало движущей силой в моей жизни, которая подтолкнула меня к моей судьбе. А все остальные вещи, они всего лишь временны, то есть все это, конечно, прекрасно и замечательно, но в послушании я пережил величайшее благословение в своей жизни, а непослушание привело к самым худшим проблемам в моей жизни. Но в этом году мне будет 60, и я подумал: так, мне уже 60, да, спасибо. И я начал говорить сам себе, мне это понравилось. И в этом году, то есть через полгода, у меня родится мой первый правнук. Первый правнук. У меня 7 внуков, и 3 из них учатся в колледже, точнее, 2 из них. И у самой старшей из них скоро будет ребенок. Я стану прадедушкой, и это просто невероятно пугает меня, потому что прадедушка звучит приблизительно как... Нет, не ветхие днями, это неправильное сравнение. Но тогда старше Рождества, пусть будет так.
Ну так вот, я сказал, что в этом году мне уже 60, и я начал думать, что я должен сказать что-то такое, что поможет молодому поколению. Это будет мудро. Вместо того, чтобы двигать свои идеи, лучше я скажу вам то, что действительно поможет вам не наступать на те же самые грабли, на которые наступил я. И я выбрал именно эту тему, потому что она сыграла большую роль в моем открытии Бога и в моем хождении с Ним. Итак, я выбрал 28 главу Второзакония, и я не хочу ее сейчас читать, потому что я просто хочу использовать ее как фон для того, что я собираюсь сказать. Я не буду учить по 28 главе Второзакония, но я назову четыре препятствия к тому, чтобы вести послушную Богу жизнь. Но 28 глава начинается следующим образом. «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, то эти благословения настигнут тебя». И я хочу подчеркнуть слово «настигнут», потому что здесь, кажется, акцент стоит на том, что послушанию Богу приводит к накопленным благословениям, что если ты будешь послушен, то твоя доля приумножится и возрастет. И в конце концов, плод этого послушания настигнет тебя. Это может не произойти в тот же день или в следующем месяце, но он все равно настигнет тебя. И дальше, в 28 главе сказано, что если ты будешь слушаться меня, я благословлю твой вход и твой выход, я благословлю твой аудиоплеер, я благословлю твой смартфон, я благословлю твой компьютер. Это Apple, у меня ноутбук Apple. Я знаю, что не должен был этого говорить. Да, точно, это пророческий компьютер, точно, а сокращенно ПК. Но в любом случае, Apple, апостольский Apple, это апостольский Apple. Лэри использует игру слов на схожести корней в английском. И они на самом деле являются краеугольными камнями церкви. Apple и ПК, то есть апостолы и пророки. Бог на самом деле благословит вас, то есть благословения однажды настигнут вас. И вот в чем, собственно, состоит главная мысль 28 главы Второзакония, что если вы будете послушны Богу, Его благословения настигнут вас. Но также аналогично, и проклятие 28 главы. «Если ты не будешь слушаться гласа Господа и не будешь поступать так, как повелел тебе Господь, то и проклятие настигнет тебя». И нравится вам это или нет, тебя в жизни всегда преследуют две вещи. Это либо плод твоего послушания, либо плод твоего непослушания. Вот почему я на этом остановился. И я знаю, что вы можете это потом прочитать. Мне нравится читать первую часть о благословениях, но о проклятиях я стараюсь не читать, а также стараюсь не читать книгу Иова. Я держусь подальше от этих двух книг. Я не знаю, как у них это получалось в Библии, но в любом случае, я стараюсь не читать их, пока Господь не заставит меня это сделать. С криком и воплями. Но в любом случае. И помни об этом. Пусть это послужит нам фоном. То есть давайте помнить, что плод послушания — это благословение, а плод непослушания — это проклятие и тому подобные вещи, которые происходят в вашей жизни. И я думаю, что на Западе у нас существует культура непослушания. И я думаю, что в церкви у нас тоже иногда проявляется эта культура. И чем дальше мы идем к исполнению своего призвания, тем уже становится наш предел погрешности, и тем старательнее мы должны слушаться Бога и каждого оттенка Его голоса. То есть не просто слушаться Его в общем, но быть внимательными к каждому побуждению и каждому впечатлению, каждому слову Господа и каждому Его указанию. Мы должны научиться жить послушной Господу жизнью. И вот почему я выбрал говорить об этом. Возможно, это не самое хорошее слово, но это будет очень важное слово. О том, как угодить Богу и прикоснуться к своей судьбе через действие послушания. Давайте я поговорю о препятствиях в нашем мышлении к тому, чтобы жить послушной жизнью. Я сейчас дам их вам, а потом мы вкратце поговорим о них. Первое препятствие к тому, чтобы жить послушной жизнью, это неправильное понимание духовных принципов, которые управляют послушанием и непослушанием. У нас неправильное понимание духовных принципов, которые управляют послушанием и непослушанием. Это препятствие номер один. Препятствие второе к тому, чтобы жить послушной жизнью, это неспособность различить между жертвой и послушанием. Это когда мы не различаем, не видим разницу между жертвой и послушанием. Препятствие третье — это непонимание того, что слышание Бога требует послушания Богу. Нам всем следует этому научиться. Слышание Бога требует послушания Богу. И препятствие четвертое, последнее — это нездоровое беспокойство и страх перед людьми вместо следования сердцу Бога и страху Божьему. То есть это когда у нас нездоровый страх перед людьми, а не страх Божий. И давайте начнем с первого препятствия. И, как я уже сказал, это неправильное понимание Бога и Его характера, и принципов, которые руководят процессами послушания и непослушания. И чтобы это сделать, я должен немного объяснить структуру царства.
или точнее, Божью операционную систему. Божья система работает по принципу сеяния и жатвы. Вы видите, начиная с Бытия и до самой книги Откровения, что один из продуктов или одна из черт Божьего характера и его принципов действия — это умножение и плодоносность, что называется законом возрастания и убывания. Бог — это Бог периодов. Бог — это Бог сеяния. Бог является Богом произведения и продуктивности. То есть Бог все организует таким образом, что обычно проходит немало времени и даже целые периоды времени, которые переводят вас из одного периода к другому, чтобы вы могли принести плод, чтобы когда вы что-то посадили, вы могли что-то пожать. И это мне много говорит о характере и о природе Бога. И я верю, что если Бог действует по закону возрастания и убывания, то мы с вами должны еще кое-что понять о природе и о характере Господа. И это то, что Он больше, чем просто Творец мгновенных чудес. И в церкви мы нарисовали Бога и черты Его характера, никого иного, как Творца мгновенных чудес. Ну, конечно, это правда, и нам лучше в это верить. Ведь Он — Бог чудес от начала до конца Библии. И мы радуемся чудесам, и мы любим чудеса. Но по рассказам Иисуса, Бог также является терпеливым фермером. Вы видите это в Евангелиях, что когда Иисус говорил о Своем Отце, Он называл Его Богом процесса и роста. Он — Бог, который сеет, который ждет и дает очень подробные черточки и указания. Бог — это терпеливый фермер. И как терпеливый фермер, Он сеет в нашу жизнь. И в нашей жизни есть периоды, когда мы видим плоды этих семян, но это происходит не сразу же. Мы видим их в том периоде, когда мы послушны. Мы видим результат того, что Бог посеял в нашу жизнь, и мы пожинаем то, что Бог посеял в нашу жизнь. И, на мой взгляд, плод нашего послушания может накапливаться, и в конце концов он настигнет тебя, как сказано во Второзаконии, 28 главе. Здесь сказано, что эти благословения настигнут тебя, потому что Бог — это фермер, и Он сеет нашу жизнь. И продукт этого семени однажды вырастет в твоей жизни и настигнет тебя. И я обнаружил, что каждый раз, когда я вижу благословение в своей жизни, каждый раз, когда Бог благословляет меня, я всегда прослеживаю, что это было вызвано каким-то актом послушания в моей жизни. Обычно. И то же самое верно в отношении непослушания. Каждый раз, когда я встречаюсь с нехваткой или какими-то проблемами в своей жизни, обычно это связано с каким-то актом непослушания, потому что сегодняшнее непослушание повлияет на вашу акционерную долю в царстве завтра. Другими словами, ваша сегодняшняя жизнь — это плод того, насколько вы вчера были послушны или непослушны. Не знаю, понятно ли я говорю, и я думаю, вы понимаете меня, но для меня это очень важно. И мне это нравится. Мне нравится тот факт, что мое настоящее и будущее преуспевание напрямую связано с моим вчерашним послушанием или непослушанием. И у меня есть акционерная доля в Царстве Божьем. Если я слушаюсь Бога, то я накапливаю свой собственный акционерный капитал в Царстве Божьем. И это может не прийти ко мне за один день. Я бы хотел, чтобы так было. Вот как я начал, будучи молодым христианином и еще к тому же служителем. Я поверил, что когда Бог сказал мне: «Лэри, отдай $100», когда я отдал эти $100, я ожидал, что на следующее утро у меня в гараже будут стоять еще два Сиата. Я думал, что так должно быть. Я думал, что так должно быть, нас так учили. Давайте, и дастся вам. И мы еще добавляли «сейчас». Мерой утрясенной, нагнетенной и переполненной. Но там нет слова «сейчас». Там написано «давайте, и дастся вам». Там не сказано «когда». И вы знаете, что Бог живет вечно, и Он не беспокоится из-за времени. У Него на все хватает времени. В Исаии говорится: «Сея, я творю все новое, и неожиданно оно явится». Вы когда-нибудь думали, что значит «неожиданное» у Бога? И что это не так быстро? Ведь один день с Богом, как 1000 лет. Хотите испытать Божье неожиданное? Знаете, сколько это? Спросите у Моисея. У него на это ушло 40 лет. Иосиф провел 13 лет в тюрьме. У Иисуса прошло 30 лет до того, как Он вышел на служение. Но в любом случае, довольна об этом. И я думаю, что я пытаюсь сказать, так это то, что все это настигнет вас однажды. То есть тот капитал, который вы собираете своим послушанием, однажды настигнет вас. И это не произойдет за один день. Вы слушаетесь Бога, и на следующий день все уже хорошо. Так не бывает. То же самое относится и к непослушанию. Потому что я обнаружил следующее. Порой я переживаю благословение,
И я думаю, Господь, вот это благословение. Я переживаю благословение и думаю, откуда же оно пришло? А он напоминает мне о том, в чем я послушался его 10 лет назад. И он говорит мне, вот это плод того послушания. Если бы он не напомнил мне, я бы никогда не соединил вместе эти две вещи. Я бы никогда не соединил это с тем фактом, что я послушался его тогда. Как дети сегодняшнего, мы не в состоянии охватить ту идею о Боге, что он был, он есть и что он грядет, потому что он больше, чем сегодня. И мы не понимаем, что прошлое влияет на будущее. И когда я переживаю благословение в своей жизни, обычно я спрашиваю, что я сделал, чтобы это заслужить, потому что я забыл, в чем я послушался Бога 5 или 10 лет назад. И наоборот, если я переживаю проблемы в своей жизни, я думаю, так, что случилось? Это духовные атаки. Я такой великий, что дьявол теперь пытается меня уничтожить. Нет, просто вы сглупили 4 года назад. Когда мы не слушаемся Бога, когда Бог говорит, иди, сделай это или то, и вместо этого мы делаем то, что хотим делать, и на следующий день ничего не происходит, и на следующий день ничего, и мы думаем, о, мне это сошло с рук, но проходит 5 лет, и вдруг все это сваливается на нас, и мы думаем, откуда это пришло? Оно пришло с того банковского счета, о котором вы забыли, который вы пополнили 4 года назад. Вы забыли о капитале непослушания, который накапливался с процентами. То, что вы вложили в царство, оно скоро настигнет вас, будь то хорошее или плохое. Я приведу вам пример. Если вы меня знаете, тогда, наверное, вы уже слышали эту историю. Это, наверное, одна из моих самых любимых историй, и я покажу вам, как это сработало в моей жизни. Это произошло, когда я был еще маленьким. Когда я был маленьким, и я родился в 1950 году и вырос на задворках Арканзаса, в семье пятидесятнического проповедника Церкви Святости имени Иисуса. И, ну, я вырос в церкви. И я никогда не слышал о даянии и о воздаянии, о том, что Бог воздает мне по послушанию, пока мне не исполнилось 6 лет. Единственное, что я слышал, это что если ты не прекратишь слушать песни рок-н-ролл и смотреть хиппи, ты пойдешь в ад. И будешь гореть в аду. То есть, ну, это единственное, что я слышал. Но когда мне было 6 лет, к нам в церковь приехал евангелист, который учил о даянии. И он учил, что если ты дашь, то Бог воздаст тебе во 100 крат. И хоть я вырос в Арканзасе, все же я не совсем тупой. И я знаю, что во 100 крат — это во 100 раз больше того, что ты дал. И кто бы от такого отказался? И не знаю, к сожалению или к счастью, но в то время я заработал свой первый в жизни доллар. До этого у меня никогда не было доллара. Я никогда не прикасался к нему даже. Я расскажу вам, откуда он у меня появился. Мне его дала моя бабушка. Бабушка Рандольф жила с нами в одном доме. Когда дедушка умер, она заболела. И она была прикована к постели. И понимаете, моя бабушка с дедушкой были не пятидесятниками, они были баптистами. Поэтому в нашем доме царила такая баптидесятническая атмосфера. И бабушка Рандольф не жила по тем же религиозным канонам, по которым жили мы. И знаете, что делала бабушка Рандольф? Она жевала табак. И помните, это 56-й год. И она нюхала снаф. И снаф — это измельченный табак. Щепотку его закладывают между щекой и десной вот так. И у бабушки постоянно шла коричневая полоска, вот отсюда и вниз, до самого подбородка. И табак падал ей прямо на бороду. И мой отец знал, что все нюхатели табака будут гореть в аду. Он это точно знал, но это была его мама, и он не мог ей ничего сказать. Она всегда старалась спрятать табак от моего отца. Ну, мы никогда не говорили об этом, просто все знали, что бабушка нюхает табак. И я вам сейчас расскажу, как у бабушки оказывался ее табак. И это отдельная история о том, как я заработал свой первый доллар. Вот как у нее оказывался табак. Когда она получала пенсию, она подзывала меня к своей кровати и говорила, «Лэри, сходи, пожалуйста, на рынок и купи мне баночку табака». И одна баночка табака стоила 20 центов. И она мне давала 50 центов и говорила, «Купи себе Кока-Колу или пирожное на сдачу». И для меня это было очень круто. Ну и вот я шел в магазин, то есть на рынок, и я покупал нюхательный табак тайно для своей бабушки, которой нельзя было жевать его у нас дома. И я приносил его домой. Короче, я занимался контрабандой для баптистки. И вот однажды бабушка получила повышение в пенсии. И ей стало приходить больше денег. И она начала давать мне еще денег. И однажды она дала мне целый доллар, когда мне было 6 лет. И вот я иду в церковь и слышу проповедь.
Сейчас я расскажу предысторию. Я услышал проповедь, и я почувствовал, что понял ее. То есть, если я даю $1, я взамен получаю 100. Я взял свой маленький доллар и положил его в блюдо для пожертвований. И я иду домой и ожидаю найти еще $1 до того, как приду домой. Я ожидаю, что волшебница... По-моему, меня атакует дух охотника Элмера Фуда. Я ожидал, что волшебница или положит их мне под подушку, или что ангел уронит их с неба, ну, не знаю. Я просто ожидал стократного воздаяния, потому что проповедник сказал, что у меня будет стократное воздаяние. Ну, проходит один день, я такой, ну, хорошо. Проходит 2 дня, ладно. 3 дня, неделя, год, 2 года. Мне уже 8 лет, 10 лет, 12 лет. И я уже просто вне себя от досады, потому что Бог забрал мой доллар. Я уже купил тогда самолетики, машинки и всякие игрушки, но Бог забрал мой доллар. Я никогда не забывал о том, что Бог забрал у меня доллар, и что Он не вернул его мне. Я сделал то, что говорил мне проповедник, то есть я дал, но плод не пришел, не было стократного воздаяния. И когда я подрос, я решил, что стану рок-звездой. И я уже начал придумывать свое свидетельство, начиная с 17 лет и вплоть до 21 года. Но я никогда не забывал об этом. И когда началось харизматическое движение в 1973 году, и я принял в нем участие, я уже начал служить тогда в церкви. Но я никогда не проповедовал на тему даяния и на тему стократного воздаяния, потому что я в это не верил, потому что я думал, что если ты что-то отдал, значит, ты это потерял. И в то время слово «веры» было очень популярным, и служение и послание веры было очень сильным. И в нашу церковь приезжал Кеннет Коупленд и тому подобные люди. И я тогда был помощником пастора в 1974-1975 году. И они мне не нравились, потому что они были в согласии с Богом, который забрал мой доллар. Потому что они только и говорили, что давайте, и Бог воздаст вам две меры, утрясенной и переполненной. И я такой, да ничего подобного, ага, переполненной, скорее истощенной. И мне не нравилась эта проповедь. И когда мне исполнилось 25, я уже был сыт по горло той идеи, что Бог воздает. И я не понимал, что в Царстве Божьем есть целый процесс накопления капитала, который меня однажды настигнет. И я этого просто не понимал тогда. Но Бог готовил меня в процессе этого обучения в жизни. Он готовил меня к тому, чтобы преподать мне настоящий и очень важный урок, о котором я и говорю вам сегодня. Когда мне исполнилось 35, я уже стал немного отходить от этого. И вот мне 40, и я уже почти не вспоминаю об этом, только когда вижу доллар. Ну и в то время я жил в Южной Калифорнии, и я вел служение совместно с лонджерами, с Джерри и Лорой. Кстати, они тоже здесь. Они работали тогда вместе со мной. Джерри вел офисные дела, и Лора помогала ему. Они оба были частью моего служения. Они были прекрасным даром от Бога в этой сфере, и я уже не помню, но мне было тогда, по-моему, 40 с небольшим. И я помню, один раз я шел в офис вместе с Джерри, и он так широко улыбался. Ну, он всегда так улыбается. Ну, в общем, я помню, как один раз он идет в офис и улыбается шире, чем обычно. И говорит, «Ты не поверишь, что сегодня было», и протягивает мне чек. Я смотрю на этот чек, и там $50,000. Это кто-то благословил меня. Этот человек меня никогда не видел, но только слышал мою проповедь на CD или на кассете тогда. И он нашел меня. У него не было моего адреса. Он позвонил в Morningstar, чтобы найти меня. Я только хочу сказать, что когда Бог хочет благословить, ему не нужна твоя визитная карточка. И даже не обязательно, чтобы у тебя был свой веб-сайт. Когда Бог хочет благословить тебя, Он отыщет тебя и благословит тебя. Сказано, что эти благословения настигнут вас, если ваш веб-сайт работает. А также ссылка на пожертвование. Но нет, нет. Он должен был искать меня по всей стране, чтобы передать мне эти деньги. А этот человек жил на восточном побережье. И вот я иду домой и сажусь на кровать. Я никогда не забуду, как я сел на кровать в Калифорнии, посмотрел на чек и сказал, «Господь, вот это да! Это невероятно, потому что в том году я заработал больше денег, чем, наверное, за всю свою жизнь. Просто у меня тогда был хороший доход, и я подумал, да, я могу воспользоваться этими деньгами, но они мне не нужны в этом году. Только если Бог не сказал, глупец, они нужны тебе в этом году». По-моему, это был 96-й или 97-й год. Я сказал, «Господь, да я в них не нуждаюсь сейчас. Зачем ты дал их мне?» И Господь сказал мне, «Помнишь тот доллар?» Я сказал, «Да». Он сказал, «Это выплата с процентами царства». Я сказал, «Господь, но ведь прошло уже 40 лет». Он сказал, «Лэри, но ведь и здесь $50,000». Я такой, «Ну, хорошо».
Понял. И вот что он мне сказал. Знаешь, почему я ждал до сегодняшнего дня? Он сказал, я ждал того момента, когда ты не будешь нуждаться в них, потому что я хотел, чтобы ты понял, что на меня влияют не твои нужды, но твое почтение, и что я реагирую не на твои нужды, но на твое послушание. Когда ты слушался меня, я ждал того момента в жизни, когда ты будешь меньше всего в них нуждаться, чтобы дать тебе больше всего, чтобы ты понял, что это не есть мое финансирование тебя, но это твоя доля, которая накопилась в Царстве, и тот вклад, который ты имеешь в Царстве, и что он однажды настигнет тебя. И я понял принцип этого процента, что я накапливаю капитал, будучи послушным Богу. И ничего не изменилось, поэтому я до сих пор послушен Богу сегодня. Как только у меня появляется возможность, я стараюсь быть послушным Ему. И в прошлом году Господь начал говорить со мной о духе щедрости. И Он говорил со мной о том, как выбраться из кризиса 2009 года. Финансово лучше было все отдать. Ведь если ты все равно это потеряешь, то лучше это отдать или вложить это в Царство. И у меня карманы были просто набиты 100-долларовыми купюрами. Я подходил к детям и давал им их. Они были просто в шоке. Представьте, я говорю ребенку, «Держи 100 долларов». Они такие, $100? И это, должно быть, просто смущало их. И я просто раздавал их. Я дал одному человеку в аэропорту 100-долларовую купюру, как чаевые. Он закончил работу, уволился и уехал туда, откуда он приехал. Но понимаете, это же целых $100. И я просто вкладывал деньги. И я кое-что выяснил, потому что я становлюсь старше. В этом году мне 60. Через 10 лет мне уже 70. И мне нужно на что-то жить. И я надеюсь, что это сработает как 10-летний план на годы вперед. И должен же я сделать хоть что-то. Когда я был маленьким, то есть когда я был молодым, меня преследовал дух смерти, и я никогда не думал, что доживу до 60, поэтому я не готов к сегодняшнему дню. Я никогда не думал над этим, и я не знаю, что теперь делать. И сейчас я делаю то, что вкладываю в Царство, чтобы уйти на пенсию пораньше. Ну, не знаю точно, что я сейчас делаю. Но в любом случае, я начал отдавать свои вещи. То есть я все раздаю, все, чем я владею, почти все. Кроме гитары, машины, собаки, жены. Ну, есть несколько вещей, которых я не раздам. А так почти все, чем я владею, я могу все это отдать. И я скажу еще кое-что, и потом переверну страницу. Недавно, то есть несколько лет назад, я очень хотел стать музыкантом. И у меня было 13 гитар. Я выступал на телешоу, у меня был целый бизнес. И один раз утром я просыпаюсь, и Господь говорит, «Сколько у тебя гитар?» Я говорю, 13. Он говорит, «А сколько у тебя рук?» Я не люблю, когда Бог производит с тобой расчеты. Я говорю, «Ну, 2». И Он говорит, «Так на скольких гитарах можно играть одновременно двумя руками?» Я хотел сказать 13, но я понимал, что это неправда. Джимми Хендрикс мог играть сразу на двух, при помощи зубов и рук. Я говорю, на одной. Он сказал, ну вот у тебя еще 12 лишних гитар. И я начал отдавать свои гитары. Я все отдавал, я отдавал свои гитары. Но у меня еще осталось 2 штуки, это я сжульничал. Но это потому, что Бог неизменно щедр и неизменно искупителен. Я просто опираюсь на фактор прощения. Ну, короче, у меня еще осталось 2. Но я раздал свои гитары. А потом, через некоторое время... Нет, это было до того. Нет, точно не помню, что было сначала. Я просыпаюсь, и Господь говорит, «Сколько у тебя ружей?» И я понял, что я попал. Потому что у меня было 30 с лишним ружей. И я сказал, «Да, я знаю. Это точно не по южным законам. Здесь слово «контроль над оружием» означает «твердую руку», я знаю». Я сказал, 31 ружье. Он сказал, а сколько у тебя рук? И я такой, о, та же самая математика. 2. Я должен был их отдать. Теперь у меня дома всего 2 ружья. У меня есть гитара для каждой руки. Я могу играть на них одной рукой и зубами. Я могу стрелять, и у меня осталось всего 2 ружья. И то же самое касается машин. И я сейчас избавляюсь от багажа, который хранился у меня и портился, который я не мог использовать в качестве вклада в свой капитал и свое будущее. Потому что в Божьем Царстве вы никогда ничего не потеряете, если вы это отдадите. Вы просто вложите в свое будущее. Потеряв деньги, вы их вложите, и вы вкладываете их в свое будущее. Ну, в любом случае, я хочу вдохновить вас, что сейчас как раз самое время начать вкладывать. И некоторые из вас молоды, и вы можете стать миллиардерами, если вы сейчас все отдадите мне. Я шучу. Но если вы начнете, послушайте, ключ состоит в послушании Богу. Вот и все.
И Бог может благословить жертву, когда вы, например, по глупости отдаете то, что не должны были, например, то, что вам нужно было съесть, или что-то наподобие того. Но Он благословит это. Однако послушание — это еще большее благословение. Хорошо. Итак, первое — это неправильное понимание духовных принципов, управляющих послушанием и непослушанием. Второе препятствие для того, чтобы жить послушной Богу жизнью — это неспособность различить между жертвой и послушанием. Давайте я начну вот с чего. Я много говорю, но есть вещи, в которые я верю. И девиз моего служения — это что высшая цель в Боге требует от вас наивысшего послушания Богу. Если вам предназначена наивысшая цель в Боге, вы должны научиться наивысшему послушанию Богу. Секрет моего успеха — это не жертва и не выполнение каких-то духовных упражнений. Это не те вещи, которые думают люди. Секрет моего успеха — это безусловное и незамедлительное послушание Духу Божьему. И неважно, каким образом. Вот что я хочу вам сказать. Ничто не может заменить послушание Богу. В 1 Царств 15 главе об этом сказано лучше всего, что послушание всегда намного больше и намного лучше любой формы жертвы, которую вы можете принести. На самом деле, обольщением для Саула, который был непослушен, но принес жертву, скот и овец. Обольщением для Саула было то, что он предположил, что жертва может каким-то образом заменить жизнь послушания. Надеюсь, вы меня слышите. Несмотря на то, что жертва очень ценится на небесах, несмотря на то, что жертва — это здорово, она никогда не сможет заменить послушание. Послушание всегда намного больше жертвы. И трудность состоит в том, что мы многим бы пожертвовали, и многое бы отдали из того, что есть у нас. Но Бог говорит нам о многих других вещах, в которых нам трудно Его послушаться. И для Бога важна не столько ценность, сколько наша привязанность. Есть вещи, к которым мы привязаны, ну, например, те 12 гитар или 30 ружей. То есть я бы лучше отдал за это цену в деньгах, но не сам объект, потому что у меня была душевная привязанность и эмоциональная привязанность и дорогие воспоминания об этом. Это ключевая мысль в том, что я сейчас сказал. Давайте пойдем дальше. Это был смешной пункт, если вы вдруг не поняли. Хорошо. Поэтому суть состоит не в постах, и не в поклонении, и не в потрясающей проповеди, хотя все эти вещи невероятно важны для продвижения Царства Божьего. И это все замечательные вещи, но самое главное состоит в послушании Богу. И я сейчас рискну. Я пророческий человек, мне за это платят, и я это сделаю. Вы выгоните меня из города, ну и прекрасно. Но я все равно рискну это сделать. Я хочу вам кое-что сказать, и я надеюсь, вы поймете, что я говорю не про вас, но про тех христиан, с которыми вы общались до того, как повзрослели. Давайте я поговорю с вами об этом, о послушании. Я думаю, что в современной харизматической пятидесятнической церкви существует теология, которая каким-то образом возвышает жертву над послушанием. Мы сделаем что угодно. Да, мы сделаем что угодно, чем просто послушаемся Бога. Мы принесем огромные жертвы, тучные жертвы. Каким-то образом думаю, что это смягчит Бога и заменит прямое повеление послушаться, которое мы не хотим выполнять. И я думаю, что это ахиллесова пята современной церкви. Я думаю, что это не дает нам ходить в полноте Божьего залога в своем духе и переживать полноту своего будущего. Я думаю, что это на самом деле нам мешает. Я думаю, что это одна из тех вещей в христианском хождении, которая очень важна для Бога и не очень важна для нас, потому что мы не понимаем основных принципов. Сейчас я приведу пример. Один мой друг поехал на католическую конференцию. Не знаю, что он там делал, но он поехал туда. И там они проводили сравнительное изучение философских и теологических различий между харизматической церковью, то есть между харизматами и пятидесятниками, и католиками. И один из францисканских монахов кое-что сказал ему при одной из встреч, и это его просто потрясло.
Хоть это и не абсолютная, совершенная правда, и это нельзя применить абсолютно ко всем, кто здесь находится, но принцип говорит сам за себя. И вот что он сказал. «Потрясающая разница, которую я увидел между пятидесятниками и харизматами, которые уже начали появляться в католической церкви, то есть они пытались понять, кто это такие, разница между пятидесятниками и харизматами и настоящими православными и католиками состоит в том, что мы верим, то есть они верят, что Иисус сказал «поклонись мне», а мы верим, что Иисус сказал «послушайся меня». Разве мы не должны поклоняться Иисусу? Конечно, должны. И он также говорил о том, что каким-то образом кажется, что пятидесятники и харизматы думают, что Иисус сказал «если ты поклонишься мне, я сделаю это», или «если ты будешь достаточно поститься, я сделаю вот это», или «если ты будешь достаточно долго молиться, я сделаю это», когда условием Иисуса для следования за Ним всегда было послушание. «Если ты будешь послушен мне, я сделаю это». На самом деле Он не сказал им «если вы любите меня, то вы будете поклоняться». Больше, хотя поклонение — это правильно, и мы должны поклоняться. Он сказал, если вы любите меня, вы что? Вы будете слушаться меня. И в этом контексте францисканский монах говорил о том, что Бог призывает нас вернуться к нашей первой любви. Книга Откровения говорит о том, что Бог призывает нас к этому, потому что мы потеряли свою первую любовь. А Иоанна 14:23 является самой сутью, и я даже думаю, основой всех заповедей Нового Завета. Здесь говорится о первой любви. И здесь Иисус сказал, «Если вы любите меня, вы соблюдете мои заповеди». И когда мы возвращаемся к своей первой любви, мы возвращаемся в своем сердце, к тому, что наша жертва становится послушание словам Христа. Но, к сожалению, мы сделаем все, что касается религиозной церемонии, чем по-настоящему послушаемся Бога. Мы будем поклоняться целый день, мы будем 3 дня поститься, мы поедем в самые глухие места земли и будем там служить. Но иногда в нашей жизни мы просто отказываемся послушаться в том, что Бог нам говорит делать, потому что у нас на самом деле неправильная идея о том, что жертва каким-то образом больше послушаний, высшее послушание. А это на самом деле не так. Это не значит, что мы не должны делать всех этих вещей. Нет, если вы слушаетесь Бога. Но послушайте, иногда Бог требует от вас сделать очень маленькие вещи, потому что именно маленькие вещи делать обычно труднее всего. Вы это заметили? Ну, например, «Господь, я пожертвую собой, я поеду в самую глухую часть Африки, 1/2 года я буду жить в палатке с москитами и проповедовать там Евангелие». Когда Господь говорит тебе, «Вставай каждое утро в 6 утра и молись по 10 минут». И вы такие, «Отойди от меня, сатана! Я не буду этого делать». И вы говорите, «Господь, да я пойду и сделаю все, что угодно. Я стану миссионером в Афганистане. Я поеду завтра же». И Господь говорит, «Прости того человека. Как насчет этого?» И вы такие, «Ну нет, не в этот раз». И мы почему-то думаем, что величайшее служение может заменить маленькие действия послушания. Это потому, что измерительный прибор на небе немного отличается от того, которым мы меряем успехи и провалы здесь на земле. И мы должны своим сердцем соединиться с небом. И что значит вернуться к своей первой любви? Это значит, что мы должны вернуться к послушанию Богу. Послушание Богу означает, что мы сосредоточены на послушании, а не на жертве. Хорошо? И это была проблема в Матфея 26:11 с алавастровым сосудом, когда пришла та женщина, чтобы вылить его на Иисуса. Его ученики были сосредоточены на жертве, а не на послушании. Они сказали, «Как так? Ты все вот это помазание взяла и вылила на Иисуса? Лучше бы мы продали его и раздали нищим, лучше бы мы пожертвовали это бедным». И Иисус сказал, «Вы не представляете, о чем вы говорите. Вы стремитесь принести жертву. Вы не понимаете, что такое послушание. Она сделала это из послушания в своем духе, чтобы приготовить меня к погребению. Поэтому на небе другой стандарт, и он отличается от того, который действует в церкви. И суть его в том, что Бог действительно очень-очень обеспокоен тем, слушаемся ли мы его или нет, и понимаем ли мы, что мы находимся в периоде послушания ему, а также то, что этот период может привести нас к исполнению нашей судьбы. Для меня очень интересно то, что в Библии все было послушно Иисусу. Штормы слушались Иисуса, смоковница послушалась Иисуса, когда Он проклял ее, ветра слушались Иисуса, бесы выходили, когда Он говорил с ними. Единственное на земле, что не послушалось Иисуса, это была церковь. Ад послушался Иисуса, бесы послушались Иисуса, болезни слушались Иисуса, ветер слушался Иисуса. Единственными, кто не слушались Его, были Его последователи. И я не думаю, что мы относимся к этому типу людей, но я думаю, что на каком-то уровне мы поймали эту заразу. Потому что у нас искаженное понятие послушания.
obedience. Like I said, так, мы еще с вами друзья? Итак, пятидесятники поклоняются помазанию. Евангелисты поклоняются Библии. Православные поклоняются обрядам. И послушайте, в поклонении нет ничего плохого. Но мы должны поклоняться послушании Бога. Мы должны... И вот что сказал об этом Павел. Нет, это сказал не Павел. Ну, кто-то это сказал. Кто-то сказал, если вы всего лишь слышатели слова, а не исполнители, то вы обманываетесь. И вы не следуете царству. Потому что исполнять слово, это значит слышать то, что говорит Бог, и повиноваться Ему. Хорошо. Третье препятствие. Это непонимание того, что слышание Бога требует послушания Ему. Это почти то же, что я уже сказал, но здесь нужно кое-что добавить. В Иакова 1:22 сказано, что мы обманываем сами себя, если мы не способны следовать повелению Господа, которое Он вам дал. В современной церкви мы очень гордимся тем, что слышим Бога, но мы не можем похвалиться тем, что слушаемся Бога. Я говорю не про вас, помните, я говорю про друзей, с которыми вы раньше общались. Итак, в Евреям 10:7, а также в других местах Писания, где использовано слово «слышание», это греческое слово означает «внимательное соблюдение». Это значит не просто обращать внимание, но исполнять то, что было сказано. Тогда это будет настоящим послушанием. Это не просто, когда мы слышим Слово Божье и понимаем Слово Божье. Это когда мы подчиняемся Богу. И это завершает весь спектр послушания, когда мы с вами сможем закрыть дверь и сказать, «Все, мы закончили работу, мы совершили течение, мы победили, мы сделали то, что сделали, потому что Иисус сказал, «Я пришел, чтобы услышать волю Твою, Боже». Нет? Но исполнить волю Твою, Боже. То есть, когда мы слышим, мы обязательно должны это сделать. И мы не можем просто слышать, мы должны это сделать. В противном случае Писание говорит, что мы обманываем самих себя. И мы должны быть послушны, даже когда мы не понимаем, зачем. И мне нравится этот пример, и вы, должно быть, уже слышали его от меня. В 1 Царств 3:10 о Самуиле говорится, что когда Бог проговорил к нему, «Самуил, Самуил», он пошел к Илии, и Илия сказал, «Иди, иди снова ложись и скажи, Господи, говори, ибо слышит раб твой». И в Ветхом Завете есть 4 еврейских слова, означающих «слышать», и здесь это слово отличается от всех остальных сходных по значению слов. И оно не означает просто «услышать» и «послушать». Оно означает «услышать» с намерением повиноваться тому, что сказано. Есть разница между слышанием и слышанием с намерением повиноваться тому, что сказал Бог. И я думал об этом несколько лет назад, о том, что мы слышим, но мы не подчиняемся. И я думал об этом, когда слушал одну проповедь. Кто-то проповедовал, но я не помню, кто именно. Проповедовал один пророк. А, да, вспомнил. И он сказал следующее. Он сказал, «Бог сказал мне, что он перестал разговаривать со своим народом, потому что они не желают слушаться его». Я стал размышлять об этом, и я думал, все-таки какой Бог всепрощающий, все-таки какой Он милостивый. И я сейчас объясню, почему. Потому что существует наказание и негативный капитал, который скапливается, когда вы слышите от Бога и не слушаетесь Его. И когда Бог говорит тебе что-то, и ты не слушаешься Его, ты собираешь себе негативный капитал, который настигает тебя однажды. И Бог настолько любящий, и настолько щедрый, и настолько искупительный, и Он так любит тебя, что Он лучше никогда больше не будет говорить с тобой, ни дня в твоей жизни, и рискнет пойти на то, что ты будешь думать, что Он не любит тебя, чем видеть, как тебе придет наказание за непослушание из-за того, что ты не послушался Его. И я предполагаю, что многие люди злятся на Бога, потому что Он не говорит с ними. Но они не поняли, почему Бог с ними не говорит. Он не говорит с ними, потому что Он не любит их, но потому что Он не хочет, чтобы они рисковали подпасть под суд за колдовство, потому что непослушание — это грех колдовства, а за колдовство приходит серьезное наказание. И Бог лучше будет молчать всю вашу оставшуюся жизнь и любить вас, и защищать вас, даже если вы не будете знать об этом, чем говорить с вами и рисковать вами из-за вашего непослушания. И если вы хотите, чтобы Бог говорил с вами, сделайте последнее, что Он вам сказал, пока Он не перестал говорить совсем.
И тогда он снова начнет говорить. И Божье молчание — это его благословение, зачастую. Это его благословение. Итак, мы должны слушаться не только Слова Господа и Его слышимого голоса, но также общих побуждений и впечатлений, и всех способов, которыми Бог говорит с нами. Мы должны слушаться, даже когда это не имеет смысла. Вас Бог когда-нибудь побуждал делать что-то совершенно глупое? И то, что должно было абсолютно разрушить вашу репутацию. И я знаю, что мы постоянно делаем такие вещи. Ну, от скуки, допустим. Но я имею в виду, говорил ли вам Бог делать что-то нелепое и возмутительное? И вы думали, не может быть, чтобы я должен был это сделать. И он не делает этого постоянно. Иногда он говорит тебе сделать что-то нормальное. Если вы баптист. И я только имею в виду, что мы слышим в соответствии с рамками той деноминации, в которой мы выросли. То есть мы слышим довольно-таки выборочно. Но я имею в виду, что когда Бог говорит с нами, иногда это не совсем понятно. До какого-то времени. Мой друг Боб Джонс постоянно что-то мне рассказывает. И когда он говорит мне об этом, я думаю, да я не буду этого делать. Я этого совсем не понимаю, потому что он говорит, например, такие вещи. «Тебе нужно положить соленый огурец в зеленую-призеленую банку, и Бог сказал, что к тебе домой придет слон, поэтому тебе нужно прекратить это делать». И как вы прикажете этому подчиниться? Я ведь даже не знаю, как это все пишется. Потом через 3 года я говорю, «Я должен был послушаться этого. Теперь я понимаю, что значил зеленый огурец». И вам не обязательно все понимать, чтобы слушаться. Вам просто нужно быть искренними и открытыми. Итак, подчиняйтесь Богу, даже когда вы не понимаете, зачем. И, наконец, и я закончу, препятствие 4. Наш пагубный страх перед людьми больше, чем страх перед Господом. И когда я говорю «мы», я не имею в виду только вас, я говорю о всей церкви в целом. Я думаю, что мы ценим одобрение людей выше, чем Слово Господа. Иисус не угождал людям, Он угождал Богу. И Он делал то, что говорил Ему Бог. Не то, что говорили люди. В Деяниях 5.29 Петр говорит, «Должны ли мы слушаться вас?» И он говорил с религиозными лидерами своего времени, «более, нежели Бога». Вот в чем суть. Мы должны слушаться Бога. И их за это сильно избили. На самом деле, чем выше ваш путь в Боге, и чем заметнее вы становитесь, тем труднее он для вас, потому что дело обстоит так. Чем вы популярнее на земле, тем больше ваша ответственность на небе. Чем вы популярнее как лидер, тем больше ваша ответственность за то, что вы делаете и чего вы не делаете. Иногда лучше быть тупым, слепым и глухим, и не иметь работы. И все время говорить «Аллилуйя!» Потому что вам многое сходит с рук. Но ведь все говорят, я хочу силу, я хочу славы, хочу свой дар, хочу войти в свое призвание. Но так с этим приходит ответственность, друзья. Поэтому Писание говорит, и в тот день все живущие дадут ответ за каждое слово. О, это не совсем приятно. За каждое сказанное слово. И степень тяжести вашего суда напрямую зависит от уровня влияния, которое вы имеете. И чем больше у вас влияние, тем строже вас будут судить. Поэтому я не люблю быть лидером. Я сопротивляюсь этому. Я всю жизнь делал это с неохотой, потому что я знаю цену служения на высоком уровне. Чем выше популярность и чем больше влияния имеет человек, тем выше его ответственность перед Богом. За определенные вещи ко мне не приходило наказание. Когда я был еще незрелым, теперь мне это уже не сойдет с рук, когда я стал зрелым лидером. И сейчас на мне уже лежит большая ответственность. И я знаю, что многие из вас в этом зале и в этой школе приехали сюда, потому что вы станете лидерами, и вы уже великие лидеры. И среди вас есть великие мужья и жены Божьи, которые окажут влияние на культуру, и которых Бог использует, чтобы помочь многим людям и даже народам войти в их призвание. Но вам необходимо понять, что Бог потребует от вас отчетности, возложит на вас ответственность, которая связана с послушанием, как в больших, так и в мелких вещах. И всегда помните, что хорошее — это враг лучшего. И если это правда, то и жертва может быть врагом настоящего послушания.
Давайте я еще кое-что скажу и на этом закончу, потому что мне вчера задали вопрос на одном из семинаров. А что, если пророк, то есть когда я слышу пророческое слово от кого-то, что мне с ним делать? Ну, прежде всего, в послушании Богу и в слышании Его голоса, подумайте, откуда пришло это слово. В мире очень много голосов. На самом деле, это не роскошь, это выбор судить пророчество, то есть это требование. Это не выбор и не роскошь, но это абсолютное повеление судить пророчество. И судить здесь означает различать. Когда к вам приходит пророчество, и звучит так, будто это слово от Бога, не нужно сразу брать его и включать его в структуру своей судьбы и говорить, «Хорошо, если это так, то я должен буду это сделать». Лучше подумайте о том, что за источник у этого пророчества. И никогда в своей жизни я еще не видел, чтобы церковь вводилась с нами, видениями и словами от Господа, от людей, которых она даже не знает, и чтобы она услышала их от другого человека или услышала от какого-то пророческого человека и решила тут же исполнять их. То есть да, вы должны это уважать, мы должны почитать друг друга, но вы должны знать, что источник очень важен. И снова вернусь к своей главной мысли. Моя мысль в том, что, слушаясь Бога, это не значит, что вы слушаетесь человека во всем, что он говорит вам делать. Хотя вы должны подчиняться лидерам и слушаться их. Но когда дело касается вашей личной судьбы, и люди говорят что-то в вашу жизнь, у вас есть привилегия и право различать, что является словом от Господа, а что не является словом от Бога для вас. Величайшие пророки в мире пророчествовали мне самые неправильные вещи. И знаете, что я с ними делал? Я выбросил их в мусорку. Конечно, я уважаю их. Были ли они лжепророками? Нет, они были неправильными пророками на тот момент. Может, они перепутали меня с кем-то другим? А может, они в следующий раз тоже ошибутся? Нет, потому что никто не попадает в точку на все 100. А может, это мое тупое выражение лица заставляет их пророчествовать мне глупые вещи? Ну вот, например... Что? И они пророчествуют мне, и я не знаю, но почти каждое пророческое слово, которое я получал от большого пророка, не попало в цель. И частично это происходит, потому что мы в церкви не знаем, чем отличается диагностическое пророчество от предсказательного. Мы не понимаем разницу между словом «знание» и даром пророчества. Слово «знание», оно как бы ставит диагноз. Это когда ты получаешь неизвестные факты о жизни других людей, ты устанавливаешь их болезни, называешь их имена, дни рождения и так далее. Но оно может ничего не предсказывать. Пророчество обычно предсказывает. Слово «знание» ставит диагноз. Пророчество предсказывает будущее. И вот где мы попадаем. Мы знаем пророков, у которых потрясающий дар слова «знание». Из-за того, что у них точное слово «знание», мы думаем, что они все правильно предсказывают. Мы думаем, что если у них точное слово «знание», то они пророки, или что у них пророческий дар, который предсказывает точно. И потом, когда они дают нам пророческое слово, оно обычно неверное, или может быть неверным. Я знаю нескольких пророков, и, наверное, я тоже сюда подхожу в определенные моменты своей жизни. Те люди, которые чрезвычайно одарованы в слове «знание», и оно потрясающе действует у них, они всегда попадают в точку. Они могут сказать, как зовут твою маму, сколько ей лет, и что у нее 3 кошки живут в сарае. И это просто потрясает вас. Но когда они мне пророчествуют, я делаю все абсолютно наоборот, и тогда я знаю, что это Бог. И это не то, что я такой вредный. Я просто говорю, что мы должны понять, что существует много голосов, и все это хорошие голоса. Но вы должны ставить страх перед людьми выше слова Господа. То есть, простите, ставить страх Божий и слово Господа выше, чем страх перед людьми и того, что они говорят. Вы должны это различать. Вы понимаете это? Вы понимаете разницу? И я не говорю, что нужно вставать в оппозицию к власти или к людям, у которых вы в подчинении. Я говорю о пророческих словах, которые приходят к вам, и о пророческом направлении, которое дают вам люди, о том, что Бог требует от вас в жизни, и тогда вы просто обязаны судить его. Будет печально проснуться в следующей жизни, поняв, что вы потратили 20 лет своей жизни, пытаясь исполнить пророчество, которое было для человека, сидящего позади вас. Когда вы все это время знали в своем сердце, что вас призвал Бог делать и кем Он вас призвал быть. И пророчество приходит не только как подтверждение. Пророчество может предсказывать и может вести вас, но лучше, чтобы оно уже соответствовало тому, что уже есть у вас в сердце. И мне все равно, то есть не все равно, но не важно, насколько велики пророки, когда они мне пророчествуют, я в первую очередь смотрю, откуда оно пришло. Во-вторых, я смотрю, соответствует ли это тому, что мне сказал Бог. Если нет, я отказываюсь от него, потому что я вспоминаю 3 Царств, 13 главу. Запишите это себе, почитайте позже. 13 глава 3 книги Царств — это история о том, как человек поставил слово пророка выше слова Господа
и заплатил за это своей жизнью. Он был назван непослушным пророком, которому Бог сказал: «Иди в город, и не возвращайся той дорогой, которой вышел, и не ешь там хлеба». Он приходит туда, к нему подходит человек и говорит: «Я такой же пророк, как и ты, и ангел Господень явился мне и сказал, что ты должен воротиться в мой дом и поесть хлеба». И он пошел к нему в дом и поел хлеба. Когда они еще сидели за столом, старый пророк, который солгал ему, сказал ему: «Из-за того, что ты послушал меня, пророка, а не Бога, ты сегодня умрешь». И когда он тронулся в путь, лев встретил и убил его. И он умер в тот же день. Он подчинился слову зрелого пророка, потому что тот сказал: «Мне явился ангел». И Бог, конечно, говорит с пророческими людьми. Он говорит с вами и говорит через меня. И мы слышим это. Но я вам скажу, друзья, это очень серьезно. И мы должны быть очень осторожны. И вы тоже должны быть очень осторожными, пророчествуя людям какие-то судьбоносные слова. Зачем, придя на небо, потом узнать, что человек, которому вы пророчествовали, что он будет музыкантом, на самом деле должен был играть в бейсбол? Вы будете ответственны за это, когда он придет, чтобы побить вас в вечности, за то, что вы испортили ему жизнь. Представьте, какая на небе будет очередь из тех, кто получил от нас неправильные пророческие слова, из людей, которые ждут, чтобы поговорить с вами. Извините, я была не призвана в балет. Я была призвана в долину. В английском там разница в одной букве. Не знаю, как вы это перепутали. Или когда Бог сделает перемотку назад, когда кто-то указал на вас и сказал: «Бог говорит, что вы вот это», и он показывал на человека позади вас, а вы подумали, что это вы. И потратили 20 лет в попытках перевернуть жизнь, чтобы соответствовать этому слову. И я начну новое служение. Все странные пророческие слова, которые вы получили и которые были не от Бога, я возьму их обратно и вычеркну их из вашей жизни всего за $25. Я понял, что могу заработать так целую кучу денег. Конечно, я шучу. Почти шучу. Хорошо. Ну вот и все. Евреям 5:9 говорит, что Иисус стал виновником спасения для кого? Для тех, кто делает что? Для всех послушных Ему. И это очень, очень важно. Научиться слушаться Бога и почитать Божье Слово и понимать, что ваше послушание и непослушание на самом деле накапливают капитал в вашей судьбе и что ваше будущее формируется тем, что вы делали в прошлом. От того, как вы слушались Бога, и от того, как вы не слушались, зависит ваше завтра. И я знаю, это слово нелегкое, но оно не для сегодняшнего дня, не для этого момента. Нужно время, чтобы понять эту жизнь. Ведь мы живем в безумном мире, и вы знаете, что это безумная жизнь. Как в песне Ля Вида Лока, я не знаю. Может, я должен был стать певцом, я не знаю. Не уверен в этом. Я не знаю, не знаю. Я только сегодня утром сказал вам, что мне уже 60, и мне не так много осталось. И если все будет хорошо, то я вступлю в Rolling Stones. Но никто из них не умрет, конечно. Я жду, когда Кейт Ричард уволится, или уйдет на пенсию, или что-то еще. Но... потому что кто-то дал мне это слово. Я серьезно. Это было в 90-е годы, что Бог возьмет и снова поместит меня в сферу музыки, и что я стану рок-звездой. Но не было сказано, что рок-звездой, но звездой именно в музыке. И я такой: хорошо. Я знаю, что мир музыки идет дальше с тех пор, как появилась песня «Пурпурный туман» и «Черная колдунья», но вы знаете, я до сих пор еще там. Я еще там вместе с Лэйди Лив и Эриком. Ну, в любом случае. Короче, я не знаю. Ну, довольно об этом. Хорошо. У нас есть еще несколько минут? Прекрасно. 30 минут? О, это уже слишком много. Это уже много. О, только если у вас есть вопросы. Пророчество? Хорошо. Теперь. А что, если Бог вам ничего не говорит? По-моему, это сказал Боб. Нет, это любимая фраза Пола Кейна. Когда кто-то подходит к нему и просит пророческого слова, он говорит: «У меня есть для вас три слова». Что, правда? Да. Почитай свою Библию.
Мы так хотим знать, какое у Бога для нас Слово. Так сколько у вас страниц Божьего Слова? Исполните хотя бы одно из них. Потом Он даст вам еще. Не, мы хотим какое-то внебиблейское откровение. Мы хотим, чтобы кто-то подтвердил то, что мы уже знаем, но мы этого не делаем. И если мы получим еще одно пророчество, и оно будет соответствовать тому, которое уже висит у нас на холодильнике, и мы помолимся о нем, а потом еще раз соберемся вместе и помолимся, то наконец-то мы сможем перейти этот рубеж и стать теми, кем нас призвал быть Бог. Так можно мне еще одно слово? Если вы уже знаете, что вы должны делать, то хорошо. Тогда вы просто должны это делать. Но пророчества должны назидать. И это правильно. Во-вторых, увещать. Но когда их слишком много, это тоже неправильно. Ведь теперь вы ответственны за них. Лучше бы я не слышал некоторых пророческих слов, которые мне говорили, которые были от Бога, потому что мне бы тогда многое простилось. Хорошо. Что мы еще хотели сделать? А, да, я хотела ответить на несколько ваших вопросов. Только задавайте хорошие вопросы. И короткие. Я обещаю, что я коротко отвечу. Вот, пожалуйста. Как нам это сделать? Где Дона? Кто-нибудь, идите туда. Я бы не указал на вас. Помните, вы получили неточное слово. Хорошо. Да, хорошо. Пусть сначала говорят девушки. А, ну не знаю. Ладно, задавайте вопросы, кто хочет, мне все равно. Микрофон вон там. Что, правда? Я думал, у нас где-то 4-5 микрофонов. Я чувствую это пророчески. Вот здесь два. Я знаю, что здесь два, и здесь один. Ну, три. Один, два, три, четыре. Да. У кого микрофон? Окей. Надо было подождать. Я предполагал, нужно подождать 4-5 секунд, пока он включится. Мне было интересно, когда вы даете деньги, когда вам сказал Бог, а потом вы получаете их обратно, вы получаете их за один раз, или они могут приходить частями? Бог делает выплаты частями, благословляя тебя. Или это все приходит вот так? Бам, на тебе. Да, следующий. Ну, я слышал, что Господь — это банкир. И я видел, как это происходит по-разному. Иногда это небольшие выплаты в течение какого-то времени. Но иногда, и на самом деле это хороший вопрос, иногда твой плод и тот капитал, который ты вложил в Царство Божье, возвращается к тебе. И иногда он возвращается к тебе постепенно, в виде платежа или пенсии, и таким образом, что вы даже не осознаете, что это плод вашего послушания, который вернулся к вам, и вы даже не понимаете, что это был Бог. И вы понимаете это только, когда оно приходит к вам за раз, как те 50 тысяч долларов, о которых я говорил. Бум, 50 тысяч долларов, и мы говорим, это точно Бог. Но мы не понимаем, что Бог также заботится о нас каждый день. Он делает это тайно, так что мы не видим. Но на самом деле, тот капитал, который мы вложили, он настигает нас. Поэтому это приходит обоими путями. Иногда Бог производит платежи, и к нам приходят дивиденды из Царства Божьего. А иногда Бог выплачивает нам необычные премии. И мне нравятся премии, мне нравятся моменты «вау», например, когда к вам приходят необычные суммы. Но порой вы обнаруживаете, что $100 в неделю или в месяц после 20-30 лет лучше, чем одноразовый большой приход. Да ты просто позвони Обаме и спроси у него весь этот план. Но я шучу. Хороший совет, спасибо. Но я хочу сказать, что они уже работают над этим в Конгрессе, с политической трибуны. О том, как это сделать, как погасить наши долги. Следующий. Клара, давай. Спасибо. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу пророческого наследия поколений. Господин Рандольф. Да, я слушаю. Это мой недостаток при общении с молодым поколением. Я не смотрю, когда я слушаю. Ну, пожалуйста, ничего страшного. Я слушаю ушами. Я слушаю. Пожалуйста, продолжайте. Это замечательный вопрос. Я уже чувствую это. Мой вопрос связан с тем пророческим наследием, которое передается из поколения в поколение. И как, и можем ли вообще получить пророческие мантии в нашей семье,
которые используются в движении «Новый век» или используются оккультистами. Я спрашиваю об этом, потому что один из членов моей семьи является пророком в другой религии, и мне было интересно, может ли у меня быть то же самое? Могу ли я как-то пробудить это в себе? Я не имею в виду наследовать именно этот дар. Я даже не знаю, возможно ли это. Я просто знаю, что это есть в моем роду. Хорошо. Это большой вопрос, и я хочу коснуться нескольких сторон этого. Потому что вы упомянули о разнице между пророческим даром и служением пророка. И это сторона, которой я сейчас не хочу касаться. Но я буду говорить о Божьем пророческом даре в смешении даров. В наших семьях иногда происходит смешение даров, которое передается из поколения в поколение в наших семьях. Это касается и нашей клеточной структуры, нашего внешнего вида ДНК, но также и нашей души и эмоций, потому что очень часто люди похожи на своих дедушек или бабушек, или на родителей. Поэтому есть похожие черты, которые воспроизводятся и передаются из поколения в поколение. И если это правда, то я верю, что в духовной сфере это тоже действует. И то же самое можно сказать об Аароне в Ветхом Завете, когда его пророческий и священнический сан передавался из поколения в поколение, от отца к сыну и к другому сыну и так далее. Я знаю, что Бог определенно сделал вклад, который проявляется в смешении семейных даров, которые находятся в вашей цепи ДНК, и они доступны вам, и вы можете принести их настоящие, если вы поймете, что это за дары. Но некоторые вещи не нужно приносить настоящие. То есть также существует негативная струя, которая перетекала из поколения в поколение в вашей семье. Но да, мой отец был очень пророческим человеком. Я вырос в этой культуре. Я не могу точно сказать, передался ли мне мой дар от него, или он явился результатом воздействия окружающей среды. То есть я соприкасался с этой средой в молодости, и это стало для меня естественным. И когда я был мальчиком, я думал, что даже в баптистской церкви действует слово «знание». Я не был ни в одной церкви, кроме пятидесятнической, и я думал, что пророчества были и в католической церкви, я думал, что все занимались пророческим, потому что я был научен по книге «Деяний», что в последние дни Бог изольет от Духа Своего, и ваши сыны и дочери все будут пророчествовать. И я думал, что сыны и дочери — это все человеческие особи во Вселенной. То есть неважно, мужчина вы или женщина, вы должны пророчествовать. И я так всегда думал. И да, и нет. Я не знаю. Вроде как. И все сразу по этому вопросу. Потому что он включает больше, чем я могу сейчас ответить на него. Да, я думаю, что если это есть в вашем роду, я думаю, что если это есть в вашей семейной линии, и если Бог вложил пророческий дар, который действует во всем вашем поколении, но у некоторых членов семьи он действует в извращенной форме, и они пользуются им в других культурных формах и религиозных течениях, я думаю, что вы можете его сохранить. Я не знаю, придет ли он к вам, но я думаю, что вы можете подключиться к тому пророческому роднику, который есть в вашей семье, хотя им злоупотребляли другие члены вашей семьи. Но ваша душа может быть освящена Богом, и вы можете использовать его ради Царства Божьего. То есть ответ «да» и «нет», и «может быть», и что-то между этим. И вы можете это сделать. И вы задаете этот вопрос, потому что он относится к вам, и вы чувствуете, что вы призваны к этому. И теперь я хочу сделать следующее. Я хочу высвободить это вас. И если это есть в вашей семье, есть в вашем роду, да, пожалуйста, не садитесь, не садитесь. Я хочу, чтобы этот дар Божий вышел на первый план в вашей жизни и в вашем служении. Встаньте, не падайте. Да. Не падайте, пожалуйста, встаньте. Как говорится, спокойствие, только спокойствие. Окей. Потому что мы хотим высвободить это. Как вас зовут? Скажите мне, как ее зовут? Сара? А, Клара. Мы провозглашаем это для Клары во имя Иисуса, потому что это касается не только вас, но и ваших сестер. У вас есть и другие члены семьи, в которых Бог вложил этот дар. Господь, мы высвобождаем это в жизни Клары, и мы благодарим Тебя за Клару, и благодарим Тебя за руку Божью на ней, и за желание, и за ту жажду пророческого дара, который не был раскрыт в ее генетической линии, которым злоупотребляли, но мы просим, дай ей также прямой доступ к настоящему Божьему задатку, который Ты вложил еще 3-4 поколения назад, который берет начало в Европе,
и берет начало у ее предков в Боге. Господь, мы приносим это сейчас, в сегодняшний день, и мы пророчествуем в генетическое древо Клары. Мы трясем это дерево, чтобы с него упали правильные яблоки, и чтобы она унаследовала каждый дар и каждый плод, который был дан ее семейной линии, и чтобы она получила тот вклад в своей генетической линии, который был или пренебрегаем, или извращен членами ее семьи. И, Господь, мы сейчас поступаем так же, как Моисей с дочерьми, которые пришли просить удела в наследие у братьев своего отца. И она стоит сейчас перед нами и говорит: «Дайте мне мое наследие». И мы заявляем сейчас: «Клара, так говорит Господь, иди и завладей им, рискуй, беги за своим наследием, овладевай им, преследуй его». Потому что Павел сказал в 1 Коринфянам 14 главе, что мы должны возжелать свое наследие, возжелать духовных даров, возревновать о них, особенно о том, чтобы пророчествовать. Господь, мы высвобождаем на ней пророческий дар, мы высвобождаем призыв к этому на Кларе, и мы благодарим Тебя за это, за руку Божью на Кларе во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Еще один вопрос. Здравствуйте. Я здесь, я стою перед вами. Да, я здесь. Да, немного направо. Да, да, да. Я здесь. А, вот, увидел вас, ага. У меня проблемы со зрением. У меня тоже, ничего страшного. Когда вам было 21, у вас было посещение от Бога, которое изменило вашу жизнь? Повторите, пожалуйста, я не услышал. У меня проблемы со слухом. У вас было посещение от Бога, когда вам было 21 год, которое изменило вашу жизнь? У меня было много посещений. А, вы имеете в виду, когда я вышел из музыки? Я не знаю, мы просто читали ваш веб-сайт, и там что-то говорилось о посещении, которое у вас было, и я просто хотела, чтобы вы нам немного рассказали об этом. Сейчас нет времени, но да, у меня на самом деле был невероятный сон и видение от Бога, которое вытащило меня из мира музыки и привело меня за кафедру. И это действительно было видение от Бога, это было посещение от Бога. У меня было много таких посещений, которые подготовили почву и направили меня на этот путь. Да, конечно, да. Значит ли это, что этот путь у всех одинаковый? Нет, на самом деле нет. Значит ли это, что у вас должны быть такие же радикальные переживания, которые бы указали, куда вам идти? Нет. Некоторые из нас постепенно вырастают в свое призвание. Некоторые из самых крепких людей, которых я встречаю в служении, и это люди большой глубины, у них не было грандиозных моментов, и они смогли вырасти в своей судьбе с характером и стойкостью, и они смогли охватить это на ежедневном уровне. Я на самом деле думаю, как я и сказал до этого, что это также есть в природе Божьей, как и чудеса. Чудеса — это мгновенные сверхъестественные действия, и они прекрасны. Но Бог на самом деле — это фермер, который все делает постепенно, черточку за черточкой, указание за указанием. И у вас они могут быть, если вы этого хотите. Но не менее хорошо и постепенно возрастать в своем призвании, и возрастать в своей судьбе, и возрастать во всем остальном. И посещение потрясающее. Но знаете, я не ищу посещений, я хочу стать самим посещением. И есть разница, и слишком многие ищут посещений, вместо того, чтобы стать этим посещением. Я хочу посетить людей тем, что Бог глубоко вложил в моем сердце. И мне не обязательно нужно яркое переживание, чтобы это сделать. Хотя у меня были потрясающие переживания. Надеюсь, вы меня поняли. Но мой ответ вам тоже будет «да», «нет» и «может быть». Такой же ответ. Такой же ответ, как у всех. Наверное, «да», «нет», «может быть». Еще один, очень быстро, и мы закончим. А потом я, наверное, еще попророчествую. Да. Привет, здравствуйте. Меня зовут Матфей. Я видел вас где-то в 72-м году, не знаю. Меня? Да, вас. В 72-м году. Я видел вас. На Вудстоке в 69-м. Не знаю, где-то я вас видел. Нет, вы посмотрите. Я вам говорю, да. Да, я выглядел тогда точно так же. У меня были длинные волосы и бандана. Мне вас не хватало. Хорошо. Может, вы вышли из машины времени? Вы мне нравитесь, и ваши очки мне нравятся, и все остальное. Спасибо. И они тоже настоящие. Классно. То, что надо. Спасибо. Здорово. Знаете, я подшучиваю, потому что вы мне нравитесь. Даже без шуток, вы мне тоже нравитесь. Мы даже не знаем друг друга. Я знаю. Это классно. Но я чувствую вас. Да, пожалуйста. Говорите. Ну вот. У меня два вопроса. Ну, во-первых, вы говорили о нашем послушании, непослушании и нашем банковском счете.
И кажется, что происходит вот так, что в течение всей вашей жизни каждый случайный акт послушания, непослушания потом возвращается к вам. Можно ли каким-то образом нейтрализовать свое непослушание? Спасибо, это есть в моих записях. Но у меня еще есть проблемы с памятью. Ничего страшного, вы ведь пророческий человек, так что это нормально. Спасибо. И у меня есть еще один вопрос. Второй? Хорошо. Но можно ответить на первый, если хотите, сначала. Нет, пожалуйста. И следующее. Я хочу полностью отдать свою жизнь в полное подчинение Богу, но одна часть меня еще боится. И я знаю, что не должен бояться, но какая-то часть меня боится, что Он попросит меня сделать то, что я не смогу сделать, и я не послушаюсь. И я хотел спросить вас, как вы это преодолели и пришли к полному подчинению, когда вы сказали, что послушаетесь всего, что Бог вам не скажет, даже несмотря на то, что немного боитесь, что не сможете этого выполнить. Я не знаю, приходилось ли вам это преодолевать. Хорошо. Я сейчас быстро отвечу на второй. Это время испытаний. Это период возрастания и обучения, в котором есть свои взлеты и падения. Что, кстати, отвечает на ваш первый вопрос. Но Бог неизменно милует нас. Он полон благодати и прощения. И хотя во второзаконии закон обоюдности говорит, что тот вред, который ты причинишь, вернется к тебе в той мере, в которой ты его причинил. Хотя об этом говорит закон. Иисус пришел освободить нас от клятвы закона. И спасибо, что спросили меня об этом, потому что это послужит дополнением к моему слову. Но когда вы делаете подобные ошибки, и к вам приходит воздаяние из-за непослушания, вы можете сделать следующее. Вы можете молиться и просить Бога, чтобы Он это сбалансировал. Я сделал это по глупости или по незрелости, поэтому Бог учитывает нашу глупость. Да, нашу глупость, наше невежество и те тупые вещи, которые мы делаем. И я часто говорил об этом здесь, когда Бог творил нашу судьбу, Он включил нашу глупость и непонимание в уравнение. Он включил туда и нашу тупость и оставил достаточно благодати, чтобы покрыть все это. Поэтому, да, я думаю, что можно загладить большую долю этого. И это можно сделать, если вы смиритесь. Придите к Богу и скажите: «Бог, я правда что-то натворил. Я не послушался Тебя. И давай одно из двух. Либо дай мне еще один шанс, чтобы послушаться Тебя, и я это сделаю. Или каким-то образом смягчи вес того воздаяния, которое вернется ко мне». И договоритесь с Ним. Бог — это Бог переговоров. Спросите Авраама, спросите у Моисея. Он любит переговоры. И хоть вы и не можете всегда победить, но вы можете добиться небольшой скидочки. Поэтому Он — Бог переговоров. Так, договаривайтесь с Богом. И знаете, я понял, что не все, что я заслуживал за свои неправильные поступки, пришло ко мне, потому что Бог простил мне это. Он простил меня. Но то, за что я не прошу прощения, и то, в чем я не смиряюсь, я вижу, что за это приходит воздаяние. Но есть такие вещи, которые вы просто не можете. Вы не можете поправить содеянное. Ну, например, когда вы не слушаетесь Бога, вы идете и делаете что-то крайне глупое. Например, вы не можете обворовать банк, а потом как-то это исправить. Ну, пойти потом подумать, ну хорошо, я пойду и сделаю что-нибудь глупое. Но вы можете получить прощение, но плод от этого все же остается, он все еще остается в ваших данных на небе. И опять же, ответом вам будет «да», «нет» и «может быть». Тот же самый ответ. Итак, возьмите и примените это. Вы хороший человек, и спасибо, что спросили об этом. Без этого все было бы неполным. Спасибо вам большое. Хорошо, очень быстро. И наше имя — это то, почему нас узнают. А наше второе имя или среднее имя — это скрытая часть нашего имени, которая обычно содержит нашу судьбу. И наша судьба выражена в нашем втором имени. И иногда это очень важно. У меня есть 5 минут? Или я тороплюсь? 8 минут? О, вы не представляете, что будет в следующие 8 минут. Хорошо. Ну, вперед. И средние имена выражают нашу судьбу. Здесь есть человек, у которого среднее имя Джеймс. Я хочу пророчествовать ему. Если вы в этой секции, пожалуйста, встаньте. Кого зовут Джеймс? Вы здесь, вот здесь позади. Красная рубашка. Бог сказал мне, что вы в красной рубашке. Я показываю на вас. Встаньте. Вот что я хочу сказать вам о Джеймсе. Джеймс — это английское производное. Я вижу, что вы позади, вы как раз там, где я указывал. Посмотрите, я показываю на красное и синее. Красное и синее, Бог и Иисус, вон там, на вас красное и синее. Хорошо, послушайте, среднее имя Джеймс. Английское имя Джеймс — это производное от еврейского имени Иаков. Это английский вариант имени Иаков. А Иаков означает «борящийся, но побеждающий».
Это тот, кто борется, но побеждает. И я хочу вам сказать, сначала вам в красной рубашке, а потом тому человеку, который в синей рубашке. Я хочу сказать в этом порядке. В той части вашей жизни под именем Иаков, в этой средней части вашего имени происходила борьба. В вашей жизни происходило то, что происходило с Иаковом. У вас в красной рубашке. И еще с юности вы боролись с определенными ограничениями в своей жизни. И так же, как Иаков боролся с Богом, и боролся с ангелами, и даже с людьми. Вы боролись с какими-то ситуациями. Вы боролись со своей судьбой и со многими вещами. И вы проиграли битву во многих сферах. И вот что хочет сделать с вами Бог. Так же, как Иаков боролся с ангелом у Иавока, и, наконец, смог преодолеть свои собственные слабости, и на самом деле иметь посещение от Бога. Вы подошли к тому моменту в жизни, когда у вас настанет встреча с Богом, так же, как у Иакова, и вы будете бороться, и вы преуспеете в этом. Но здесь есть и другая сторона, Джеймс. Вы преуспеете в потерях. И я имею в виду, что когда вы начнете бороться с Богом, это уже точно, что вы все равно проиграете. И Бог сломал Иакову бедро. И Бог приведет вас к тому, что вы смиритесь перед Ним. Он приведет вас к перекрестку смирения, который откроет перед вами дверь к продвижению, потому что Он не вознесет вас, пока вы не смиритесь. Писание говорит, смиритесь под крепкую руку Божию, и Он вознесет вас в свое время. Поэтому, в конце концов, к вам придет момент возвышения. Но не до того момента, пока вы не пройдете этот момент с Иаковом, когда вы будете бороться с Богом, и Бог смирит вас и сломает вам ногу. И на самом деле у вас был перелом, перелом кости. И это был физический знак духовных вещей, которые Бог делал в вашей жизни. Он ломает определенные вещи, какие-то жилы в вашей жизни, чтобы вы могли сказать, как Павел, «Когда я немощен и разбит, тогда я силен». Потому что я побеждаю не воинством и не силою, но Духом Божиим. Я получаю силу войти в свою судьбу. Я бы вызвал ваше среднее имя на первый план. Иаков или Джеймс. Это не просто ваша потаенная судьба, но они становятся определяющим фактором всей вашей сущности. И из этого переживания родился Иосиф и Вениамин. И благословение Иосифа и помазание Вениамина придет на вас. Оно изойдет из чресла Иакова, и всю оставшуюся жизнь в этой сфере вы будете переживать Божье благословение на своей жизни. И Господь, я благословляю этого человека, и благословляю Твое помазание на нем, и спасибо Тебе за силу Божью на Джеймсе. Во имя Иисуса. Также мы благословляем Джеймса, который позади, который одет в синее. И то же самое слово относится к вам. И вы можете немного его изменить, но одно относится к вам тоже. И на самом деле, Джеймс, в голубом, вы в своей жизни пережили столкновение с обстоятельствами и столкнулись с сопротивлением злых сил в своей жизни, которые пытались поразить и забрать вас с этой земли. Но Бог любит вас неизменно, и до этого момента Он хранил вас, и Он сам приведет вас в безопасное место. Неуверенность в себе была вашей ахиллесовой пятой, а также низкая самооценка и мысль о том, что вы не способны стать чем-то большим, на самом деле станет огромной движущей силой в вашей жизни, потому что настоящее величие — это не тогда, когда вы считаете себя великим. Настоящее величие — это когда великий человек не знает, что он великий. Это и есть настоящее величие. Это когда смирение является движущей силой вашей жизни, и я провозглашаю смирение на вашей жизни. И, Господь, я благодарю Тебя за смирение, которое Ты дашь этому человеку. И, Господь, я благодарю Тебя за Божье помазание на нем. Бог посетил вас осенью. Вы родились осенью? Когда вы родились? В сентябре, в октябре? Нет? Может, вы были спасены в это время? Или, может, у вас было какое-то посещение осенью? Да. Я не слышу, вы говорите «да» или «нет», или «наверное». Он мне тоже отвечает «да», «нет» и «наверное». Но в любом случае, осенью вас посетил Бог. И по мере приближения осени этого года вы снова услышите о целях Божьих в своей жизни. Это может не быть слишком ярким, и вот что может произойти. Иногда мы принимаем ангелов, сами не зная об этом. Это значит, что у нас могут быть посещения, и мы можем не догадываться об этом. И у нас могут быть посещения Божьи, и мы не будем знать об этом, пока не пройдет 2 года. Но скоро Господь посетит вас, и, возможно, это не будет слишком впечатляющим, но это будет Божье посещение, оно перевернет вашу судьбу таким образом, что через 2 года вы скажете, «О, вот это и произошло». Ориентируйтесь на сентябрь, произойдет большая перемена в этом году или этим летом,
И сентябрь станет отправной точкой, когда Господь перенесет вас в новое измерение вашей судьбы и призвания на вашей жизни. И мы благословляем этого человека и благодарим Тебя за Дух Божий на нем. И мы благодарим Тебя за помазание, которое на нем во имя Иисуса. Мы благословляем его. Все, кто здесь находится, скажите этим двум парням, вы боролись и вы победили. Скажите, вы боролись и вы победили. И мы скажем, Джеймс, ты больше, чем победитель. Ты больше того, кто просто борется. Ты борешься, но ты встречаешься с Богом. Господь, мы благословляем его, благословляем твое помазание и благословляем Божий Дух на нем во имя Иисуса. Да. А какая связь здесь с Майком? Когда я спросил про него, возможно, это Майкл? Вы где-то здесь, Майк, Майк. Пожалуйста, встаньте, Майк. Я ошибся на один палец, на один щелчок. И сейчас день, а пророческий дар у меня лучше работает на вечерних служениях. Хорошо, давайте я сделаю вот так. Ну вот, Майк. Майкл. Послушайте, кстати, как ваше отчество? Дилан. У меня нет откровения на это. Хорошо. Застрелить меня. Ну, в любом случае, встаньте, пожалуйста, Майк. Майк Дилан. Майк, я хочу вам кое-что сказать. Имя Майк — это производное от Майкла. Оно происходит от имени Михаил и означает «сильный». И это один из ангелов на небе, вы знаете это. Но с вами Бог сделает что-то необыкновенное. Он перевернет вашу судьбу. То, кем вы были вчера и в прошлом году, вы больше не являетесь им и не будете им в следующем году. Бог сейчас меняет и просеивает вас, чтобы изменить все ДНК вашей судьбы, и вы не будете делать того, что вы собирались делать. И вы не пойдете тем путем, которым собирались идти. И вы можете судить это. И если вы не чувствуете, что Бог показывает это вам, тогда откажитесь от этого. Это ничего не будет стоить. Но то, что вы думали, произойдет, это не произойдет. И вы скажете, как Петр, «Когда я был молод, я сам припоясывался и шел, куда хотел, и шел этим путем. Но сейчас Бог связал мои руки, кто-то другой ведет меня другим путем, потому что у Бога другая цель для моей жизни. И сейчас в вашей жизни происходит перемена целей. И Бог сейчас в самом процессе приведения этого изменения в вашу жизнь». И мы благословляем этого человека, Господь. И я хочу сказать вам еще несколько вещей. Бог исцеляет вас что-то, что связано с неспособностью соединиться с Отцом в плане отцовского благословения, которое было в вашем семейном роду. Вам не хватало благословения пра-пра-пра-пра-дедушки, и не хватало Иоанна. Имя Иоанн было в вашем семейном роду, но не доставало сути самого имени Иоанн, того, что значит это имя. Иоанн значит «сострадающий», то есть благословенный состраданием Божьим. И скоро вы переживете благословение помазания Иоанна в вашей семейной линии, которого вы не получили, и оно продлится 3 поколения, и оно сломает различия между поколениями, и вы ощутите прикосновение сердца Отца к себе, и вы ощутите Его сильное объятие Отца, потому что вы очень важны для Бога, как Его Сын. И то, что вы не получили от Своего Отца, вы получите от Отца Светов, и вы ощутите объятие Божие, которое бесконечно и абсолютно неизменно. Это объятие Божие. И Господь, пусть это придет на него. И спасибо тебе за это. Спасибо тебе за объятие отца. Я еще также хочу кое-что сказать. Ваш отец или ваш дедушка, кто-то в вашей семейной линии умер от сердечной болезни и от болезни в брюшной области. Я видел, как Бог положил свой перстень на затычку ДНК этой семьи, которая удерживала это. И то напряжение, которое вы чувствовали, и тревогу, которую вы ощущали, и то, что вы чувствовали, происходило в вашем семейном роду, больше не принадлежит вам. Это больше не ваше, Майк. Это осталось с ними. А вы здесь сегодня, и Бог высвободил вас, и Божья рука уже на вас. Господь, я разрушаю всякие узы, которые были у него в семье, и которые держали его. Господь говорит вам, чтобы ваше сердце не тревожилось. Я знаю, вы переживаете некоторые вещи, потому что я вижу это в духе, но это не то, что вы думаете. Они связаны с некоторыми приступами боли, которые происходили с вами. Но это все временно, это ничего не значит. Вы проживете до 500 лет, это ничего не значит. Бог приготовил для вас благословение, и Он даст вам долгий период жизни, чтобы оно пришло в полноту. И долгота дней, которой не было у ваших предков,
Вы пожнете ее и будете наслаждаться ей. И Господь, мы благословляем его долготой дней по Псалму 90-му. Мы благодарим Тебя за руку Божью, которая на нем, и за Твою руку, которая на его жизни во имя Иисуса. И я еще немного скажу. В вашей семье есть кто-нибудь, кого зовут Анна? Анна. В вашем роду кого-нибудь так зовут? В вашей семейной линии? Да, есть. Не говорите, что нет. О, вы не знаете? Извините. Мне показалось, вы сказали нет. И я просто спрашиваю. Я не вижу вас отсюда, вас почти не видно, потому что я очень плохо вижу. Но по вашей семейной линии никого не было с таким именем? Я не знаю все свое семейное дерево. Хорошо. Нет, я говорю вот об этом человеке сзади. А вы стоите там. Там никого нет. Окей. Нет, рядом с вами ничего? Там тоже нет? Там, где я показываю. Никого нет. Хорошо. Ничего страшного. Здесь либо Бог не прав, либо вы не правы, либо я не прав. И у меня такое чувство, что это я. Но все равно. И я просто этого не понимаю. Но вы постойте еще минутку. В общем, рядом с вами тоже никого нет, кто связан с этим именем. Интересно. Я правда ошибся? На самом деле. И Господь, мы благословляем его и благословляем твое помазание. Благословляем твое помазание на его жизни. А теперь пусть все скажут Майку, ты больше, чем победитель. Ты возлюбленный. Ты возлюбленный Богом Отцом. Спасибо, Господь. Хорошо, здесь есть кто-нибудь по имени Анна? Я не вижу. А, вон Анна. Где Анна? Что? Здесь? И вы стоите рядом с ним. Но мне показалось, что вы стоите рядом. Хорошо. Я спрашивал про тех, у кого среднее имя Анна, потому что я говорю про средние имена сегодня. Извините, что повторяюсь, но я просто не могу это упустить. Я смотрю на вас, и я собираю то, что получил группами. И я хочу сказать вам, то, что было дано вашему семейному роду, в особенности помазание Анны, в вашем роду были ходатаи и миссионеры, помазание ходатая, любовь к Богу, любовь к людям в вашем поколении, которые пришли к вам, частично через тех, чье среднее имя было Анна, пришли к вам. В вашем роду было сострадание. Есть что-то, связанное с воспитанием, связанное с медициной в вашем роду, еще много поколений назад, и это пришло на вас. Но я хочу сказать вам, что вы благословлены богатым наследием в вашей семейной линии и Божьими дарами в вашем роду. И вы увидите, что все это принесет плод в вашей жизни, и вы охватите всю благость Божью, которую Он излил на ваш род и на ваших предков, и вы познаете благость Божью, которая передавалась из поколения в поколение. И Господь, я благословляю Твое помазание на нем, я благословляю силу Божью и Дух Божий, который пребывает на... И я не вижу вас отсюда. Как вас зовут? Брайан. Хорошо. Я так и думал, что вы мужчина. Я не вижу вас отсюда. И мы благословляем Брайана, и благословляем Твое помазание на Брайане, и благодарим Тебя за Дух Божий, который пребывает на нем, и за силу Божию на нем. И давайте все скажем Брайану, Бог будет использовать каждый дар, который Он вложил в вашу семейную линию. Господь, мы благословляем его во имя Иисуса. Мы благословляем Брайана, и мы благодарим Тебя за Дух Божий, который пребывает на Брайане. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Очень быстро. Я знаю, что делаю это на 3 или 4 по 10-бальной системе, но я еще немного здесь продолжу. Здесь есть люди, у кого день рождения 10 или 12 апреля? Где 10 апреля? Я показываю на вас. Встаньте. О, 12 апреля. Я не понял, 10 это или 12, но я вижу вас и показываю на вас пальцем. Ну, я ошибся всего на 2 дня. Вы родились 10 апреля? Нет, вы не подходите. Хорошо, апрель, 12 апреля. Нет, на самом деле я показывал на него, и он понял. Это вы, я хочу вам кое-что сказать. Божья рука на вас уже долгое время. И в вашем роду есть что-то, связанное с буквой «Т». Я не знаю, что это такое, но Бог вложил что-то в вашу жизнь и в вас самих. И когда настало 12 апреля, когда родились вы, это был особенный момент, потому что вы исполнили мечту, которая была у Бога, о том, как Он выразит себя в человеке, таком, как вы. И только вы носите этот ДНК и этот вклад Божий. И я хочу вдохновить вас, что когда придет 12 апреля в этом году, и вы вспомните о том, что в этот день вы пришли в мир, помните, что нет никого похожего на вас, и что вы являетесь абсолютным отражением сердца Бога, и что вы сотворены по Его образу и подобию, и что Он родил вас для такой судьбы и цели,
которая не может быть ни у кого, кроме вас. И, сэр, вы должны будете устремиться к ней. Вы должны будете укорениться в своей цели и судьбе и не позволить ничему остановить вас идти вперед к своей цели и делать то, к чему вас призвал Бог. И быть тем, кем вас призвал быть Бог, и быть лучшим, и реализовать то, что вложил в вас Бог, потому что вы живете в мире копий, и вы просто не можете быть его частью. Вы должны быть всем тем, чем вас сотворил Бог 12 апреля, я не знаю, сколько лет назад. Вы должны стать единственным в своем экземпляре, отражением Бога, которое нельзя повторить или отразить. Вы невероятны, так же, как и все остальные. Но вы невероятны, и Бог делает с вами что-то потрясающее. Господь, я благословляю этого человека. Подождите, число 5. У вас что-то связано с этим числом? Что-то связано с числом 5. Сколько в вашей семье человек? 6. Вместе с вами или без вас? Как? Вместе с вами. Это значит, что есть еще 5 человек, кроме вас. Помогите мне здесь. Итак, кроме вас еще 5. Итак, Бог хочет благословить еще 5 человек. И вы увидите Божью благословляющую руку на них сильным образом. С одним из них что-то связано с буквой «С». И Бог делает что-то потрясающее с этим человеком. И кто это? Вашу маму зовут? Сьюзен. И, Господь, мы благословляем Сьюзен и благословляем Твое помазание на ней. Несколько слов о Сьюзен. Очень быстро, потому что, когда я увидел букву «С», я увидел также несколько вещей про нее. Первое — это, что Бог хочет коснуться ее. Она нуждается в этом. Ей нужно прикосновение к щитовидной железе, потому что у нее там были какие-то проблемы. Также она нуждается в исцелении зрения, потому что там у нее была глаукома. Но я не могу точно сказать, я не знаю медицинских терминов. Это просто связано со зрением. И вы киваете, значит, вы согласны. Бог исцелит ее. Я верю, что Бог хочет исцелить ее. И Он сделает это, когда вы будете ходатайствовать и начнете молиться за щитовидную железу и за ее зрение, а также за проблемы в ее ногах, суставах и костях. Поэтому приготовьтесь к радикальному преобразованию в своей семье. Вот увидите, Бог сделает что-то очень значительное для всех вас. Для вас и для всей вашей семьи. Господь, я благословляю их. Мы благословляем Твое помазание, благословляем Дух Божий. И пусть 12 апреля, и я постараюсь запомнить 12 апреля, когда оно придет, я скажу, не знаю, что это был за парень, но он особенный человек. Как вас зовут? Джон. Мне это нравится. Джон или Иоанн? Это возлюбленный. Господь, мы благословляем Джона. И давайте все сейчас скажем Джону. С днем рождения, Джон. С днем рождения, Джон. Спасибо. Спасибо. Это все. Спасибо. Да. Ого. Спасибо. Здравствуйте.